Казахстанские лыжницы завоевали серебро универсиады в командной эстафете. Дистанцию в 15 километров свободным стилем наша команда в составе Анны Шевченко, Ольги Мандрики и Ирины Быковой преодолела за 43 минуты 15 секунд. Быстрее бежали только россиянки. Они смогли оторваться на заключительном этапе гонки. Третье место у команды Франции. Для сборной Казахстана это серебро стало четвертым. Также в копилке команды 10 золотых и 10 бронзовых медалей.